Вот здесь у нас поимочки. Вот Сергей Васильевич. Тут у нас взял ее. У вас семечко, да? Брюсенка. Дно или другой горизонт? Вот она, тоже поимочка на поставушку. А у вас на что сработало? Желтый сыр. Желтый сыр, спасибо. И вот она. И вот здесь у нас на актив. А у вас блесна. О, у вас ратлин. Спасибо. И здесь актив у нас работает. Вот она. Блесенка, пожалуйста. Поставушечка сработала. Рыбачок у нас побежал. Подсечка. Ну что ж, бывает. Бежал, отпустил. А у вас резина, да? Угу. Вот у нас актив работает. Здесь у нас ратлин. Все, спасибо. Рядышком. С работочкой потихонечку уложим. Опа. Аккуратненько у нас. Блесеночки. Все, спасибо. Актив заработал. Опять же у нас здесь тоже самое ратлин. Красота. Вот так вот одна. И следом у нас также вторая. У вас тут уже самую блесенку, да? Да, да, да. Ага, спасибо. Сработал. Нет. Возле меня, чья поставушка? Вот клюет. Черная рыбка, синяя капуста. Вот он, желтый бумеранг. Поставушка чья? Моя. Работала. Сейчас что-то перестала она потихонечку. Сработочка была. Сработочка была. А так его потихоньку подманить. Ну-ка. Что, не понравилось? Понюхала и все? Похоже так, да? Да. Посмотреть, может быть, прижала, уже смяла. А, ну конечно, видите как. Здесь перевернула конкретно на поставушечку. Моя. Вот она, и там вот сработочка у нас. Опа, есть. На что у вас? Паста. Паста. Всё, спасибо. И здесь заводим аккуратненько, не рвем. Рядом желтый бумеранг, чей? И рядом выпнули. Чей, вот здесь, чья? Где я стою? Желтый бумеранг, что? Силиконовый кивок. Черная ручка, кивок красный, силиконовый. Ну, да смотрите, смотрите, идите. Работает, работает. Нет, я не могу помогать. Я говорю, под ногами-то. Да. Да так, подсети ее, потом погодку. А здесь у нас блесна. Да. Вы со дна или как? Повыше? Со дна. Со дна, спасибо. Да, блин. Вот она перевернула. Ох, перевернула. Красиво. Опа. Ага. Весь. Засечка. 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 Опа, есть. На что у вас? Паста, да, классика желтая. Классика. Здесь у нас поимочка. Вот такая вот на блесенку. Опа. Вот она. И вот здесь у нас поимочка. Она так перемещается, рыбка аккуратненько. Вот. Смотрим. Смотрим. Здесь у нас актив. Вот она блесенка. Не бегом, как обычно, я же вам говорил. Ага, спасибо большое. Аккуратненько, не спеша, луночка прекрасная. Вот она, красавица. Опа! Зачет. На что у вас? Паста. Паста, классика, сыр, да? Ага. Спасибо. Поставушечка заработала у нас. Андрей вытаскивает. Серега, а это чей бумеранг? Желтый, блядь, опрокинул его сейчас. Что-то он не дергается, наверное, так упал. Тихо, аккуратно. Я понимаю, латынь продлевает жизнь. Но лучше без него. Да, ох ты, сопротивляется, идет. Ух ты, Кинг-Конг, давай. На что? Паста. Сыр, да? Паста оранжевый. А, оранжевый, все, спасибо. Ну, здесь у нас очередная. Опа, вот она, пожалуйста. Ратлин. Вот здесь у вас, вы снова встали на это место. Аккуратно в пакетике, все правильно.
Ну вот, конкретно перевернула. На основной. Опа, и рядышком так это в унисон, ребята, вытаскивают. Здесь нет? Нет. Съела здесь все. Андрей вываживает очередную потихонечку. Так, заводим, заводим, заводим. Оп! Эх, вот так вот. Ой, красавчик какой, а. Красота, красава, зачет вам. Очередная у нас сработочка здесь на актив. Так, 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 смотрим. Вот она, блесенка. Рыбка в надежных руках. Так, это конкретно ее прижали. Со дна, да? Да. Спасибо. Как он сигналит конкретно? Никого. Опа, на малечку, на это. Ну а здесь рядышком вываживание. А, наверное, идет. Это сам зацепил. Вы думаете? Уверен. Да нет, наверное, у вас же... Ну все, цел. Вот она, вот она, вот она. Опа, здесь у нас резина, а здесь у вас что? Паста. Паста, спасибо. За ящиком, вот за санями. Перевернуто. Смотрите. Блять, не моя майка. А это? А вот человек идет. Ваша? Смотрите, что-то перестало дергать. Но, возможно, сидит. Сидит, конечно, да? Аккуратненько заводите. Луночка позволяет. Так. Опа. А здесь у вас что? Паста. Пасталушечка работает у нас. Беги, беги, беги! Опа! Опа! Опа, это другое! Опа-па! Значит, по-другому. Ну вот, аккуратненько человек вываживает, не торопясь. Нихуя что поймал. Знает, как это делается. Ай, блядь! Конкретно. Оригинал поймал. Оп, есть. На что воскрыть? На сыр. Сыр, спасибо. В ожидании поставочка сработала. Ждем. А вы вот так ее? Под кивочек. Вот. Подманить. Пока не хочет.